Касаемо моей личной позиции по данному конфликту, надо понимать конкретно, кому на самом деле эта земля принадлежит. Без вот этого важнейшего фактора никто в мире не сможет определить, а кто прав, а кто не прав. Я за этим столом определить не смогу, вы в комментариях тоже не сможете этого сделать. Поэтому еще раз убедительная просьба вышестоящим инстанциям, кто занимается этими вопросами, территориальными, историческими, ну, раскройте, разверните всю правду, покажите людям, и не будет таких стычек. Мне лично очень приятно бывает, когда я куда-то летаю, и подходят братья чеченцы, и вот как своего меня принимают, ты наш, говорят. Это самые близкие нам люди, ментально, территориально и исторически. И поэтому от того, что там два полуминистра что-то там не донесли, мы портим отношения с братским народом. Да кому мы без друг друга вообще нужны, по большому счету? Сейчас давай будем жить обособленно, ненавидеть друг друга будем, не будем заезжать друг к другу в гости. Потом придут времена, когда серьезные враги заедут к нам домой. На кого нам рассчитывать, кроме как на соседей с идентичной для нас религией? Полностью взгляды одни и те же, язык разный, все, вот гостеприимство, там, женитьба, все у нас одинаковое. Поэтому, друзья, лично я не могу сказать, кто тут прав, а кто не прав, пока я не могу. Знаю, чья исторически эта земля. Если же на самом деле это территория Дагестана, и наши гости хотели сделать некий какой-то, некий рейдерский захват, конечно, они не правы тут. На 200%. А если будет доказано, что это их земля, то нам, дагестанцам, жить на этой земле харам. И нам надо ее вернуть, извиниться и еще обнять их. Я это с точки зрения нашей религии говорю. Поэтому вот в этой комментаторской истерии в Инстаграме мы не выясним, у нас нету данных. Это по съемкам и так далее, и так далее. Из-за информационной блокады некой люди не понимают, кто куда, что ушло, какая земля, указатель, а что сейчас? А, у нас отжимают по ходу землю. И человек с Дербента, который на этом кизлярском огороде никогда в жизни не был, и его детям эта земля точно не достанется, но он возмущен, он в позиции такого человека, у которого что-то хотят отжать. А дагестанцы очень гордые люди. Там приходил туда, на Дыршах приходил великий завоеватель. Хотел данью обложить, не получилось. Приходил Тамерлан хромой. Много исторических личностей туда заезжало. И они уходили оттуда без дани и без всего остального. И поэтому они не могут это стерпеть. А на самом-то деле, если эта земля принадлежит чеченцам, реально, нашим братьям, соседям, ну так надо грамотно это донести до народа, и не будет никакого конфликта. Из-за ваших неуклюжих действий, вот эта вся дислокация, вот эта вот вся вот плохая энергетика, короче, с обоих сторон, она все больше и больше набирает обороты. Неужели людям нельзя разжевать конкретно, досконально, доказать, показать, успокоить и сказать: друзья, вот эта земля реально исторически принадлежит вот нам, а вот это вот им. Вот они, доказательства, все успокойтесь. Это же не стычка двух людей. 3 миллиона дагестанцев, Чеченской республики, сколько людей. И это сотни тысяч людей будоражатся, начинают они друг друга ненавидеть, они в комментариях везде, на улице, наверное, какие-то стычки появятся, не дай бог. Это все из-за неуклюжих действий тех, кто должен был нам это все разжевать.